А, вот так, да. Итак, у нас сейчас небольшая пауза. Состоится церемония награждения лауреатов нашего фестиваля, затем наш концерт продолжится. Познакомить вас с теми людьми, которые стояли у истоков этого фестиваля, которые сделали все, что могли, чтобы этот фестиваль состоялся и происходил. Итак, оргкомитет фестиваля «Рок-поп-шоу 88». Коваленко Игорь Александрович, председатель оргкомитета, председатель городского рок-клуба «Город Бердянск». К сожалению, мы никак так и не смогли вынести его на сцену, но я думаю, вы все его знаете, жители Бердянска, а те, кто его в лицо не знает из приезжих, запомните его фамилию. Он сделал все, что смог. Ющенко Николай, зампредседатель оргкомитета. Павелько Игорь, зампредседатель оргкомитета. Мой коллега Казачковский Валерий. Асламова Татьяна Николаевна, директор Бердянского ДК имени Калинина. Коломоец Александр Николаевич, заведующий отделом культуры Бердянского горисполкома. И Игорь Анзин, председатель Запорожского рок-клуба. Мне хотелось бы также выразить нашу большую признательность городским властям, органам внутренних дел, органам пожарных команд за то, что они помогли нам подготовить этот фестиваль, дали возможность проводить концерты в течение 8 дней. В общем-то, сделали то, что, по сути дела, и должны были сделать. Спасибо. Итак, дипломом лауреата фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается группа «Нати». Дипломом лауреата фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается группа «Номинал». Дипломом фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается группа «Репортаж». Диплома фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается группа «Мустрест». Мы просим представителя группы подняться на сцену. Дипломом лауреата фестиваля награждается московская группа «Ландшафт». Дипломом лауреата фестиваля «Рок-поп-шоу
награждается ленинградская группа «Народное ополчение». Дипломом лауреата фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается львовская группа «Сталкер». Дипломом фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается автор и исполнитель из Запорожья Александр Красюк. Дипломом фестиваля награждается калужская группа «Дети лейтенанта Шмидта». Еще одна калужская группа награждается дипломом фестиваля. Это группа «Капитан Энд». Дипломом Всесоюзного фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается ленинградская группа «Дурное влияние». Дипломом фестиваля награждается группа «Комитет». Дипломом Всесоюзного фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждается бердянская группа «Алифант». Еще три диплома, но их законные владельцы, к сожалению, покинули уже Бердянск. Я вам объявлю их название так. Дипломы Всесоюзного фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждаются группы «ТОК» город Днепропетровск. «Пилигрим» город Рига. И «Кратер» город Одесса. Фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждает группу «Номинал» за лучший сценический образ на фестивале современной музыки «Рок-поп-шоу 88». Оргкомитет фестиваля награждает группу «Ландшафт» за лучшую театрализованную программу на фестивале современной музыки «Рок-поп-шоу 88». Оргкомитет фестиваля награждает Алексея Мастепанова из группы «Ландшафт» за лучшее поэтическое произведение на фестивале «Рок-поп-шоу 88».
Оргкомитет фестиваля «Рок-поп-шоу 88» награждает группу «Нати» за лучшее антивоенное произведение на фестивале современной музыки «Рок-поп-шоу 88». Комитет фестиваля награждает группу «Сталкер» за лучшее лирическое произведение на фестивале современной музыки. Оргкомитет фестиваля награждает группу «Дети лейтенанта Шмидта» за лучшее сатирическое произведение на фестивале современной музыки «Рок-поп-шоу 88». Оргкомитет фестиваля награждает группу «Репортаж» за ярко выраженную гражданскую позицию на фестивале «Рок-поп-шоу 88». Воспитание молодежи на фестивале современной музыки. Оргкомитет награждает Антина Игоря Александровича, ведущего Всесоюзного фестиваля современной современной музыки «Рок-поп-шоу 88» за популяризацию отечественной рок- и поп-музыки. Награждает Головняк Андрея Леонидовича, главного звукорежиссера фестиваля современной музыки, за популяризацию отечественной рок- и поп-музыки. Награждает Федорову Маргариту Юрьевну, художника фестиваля современной музыки, за популяризацию отечественной рок- и поп-музыки. Оргкомитет фестиваля награждает Казачковского Валерия, ведущего Всесоюзного фестиваля современной музыки «Рок-поп-шоу 88» за популяризацию отечественной рок- и поп-музыки, эстетическое воспитание молодежи на фестивале современной музыки «Рок-поп-шоу 88». И как только что нам сообщили, оказывается, есть еще награжденный один человек. Это Репницкий Михаил за лучший сценический костюм. Подошел к концу и... Теперь свое слово должны сказать музыканты.